Всем привет! 280-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 24 декабря. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней. Если вы хотите, чтобы коварный план Джанан оказался провальным, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Мать Ямана знает, что у него есть проблема со здоровьем, в особенности с печенью. Она подсыпала ему лекарства, чтобы у Ямана возникла печеночная недостаточность, и чтобы он в итоге нуждался в ее помощи. Джанан знает, что при необходимости она может быть донором для своего сына. Если ему станет хуже, то она, скорее всего, скажет Сефер, что будет донором при некоторых условиях. Она может попросить Сефер развестись с Яманом, и ради спасения мужа Сефер может согласиться на это ужасное условие. Если она это сделает, то для Ямана развод станет настоящим ударом. Он подумает, что Сефер его бросила, и это принесет ему огромную боль. В это же время Султан видит, что Али и Люгу нравятся друг другу. Она пытается их сблизить. Султан хочет, чтобы они оба были счастливы, и она понимает, как им нелегко этого достичь. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик.